Больно? Именно как на массаже мы не останавливаемся, а переходим. Просто нам надо размять шею и плечики, чтобы перейти к мануальным техникам. Нет, тачка. Да, растирай любыми способами. Постарайся не поверхностно, но все-таки еще сбрось мышцы и хватить вот так вот ее. Хватить, когда растираешь, да ты ее тоже так уже проминает. То есть. Растирание переходит в проминание. Точки зажатости находим. Смотри, вот так попробуй, пока она не майка идет, вот так вот. Угу. Вот так, давай. А вот энергично, это вот энергично, скажи, быстро. Олег, вот это вот. Вот здесь такие кульки. Это же эти точки есть, правильно? Да, они тут есть, но здесь еще как вот. Соли? Да, тут они тоже. Вот лопатка заканчивается клещиком. Видишь, он до сюда идет. Угу. Такие остренькие. Ну и что? Вот, а на нем находятся точки триггерные. От него мышцы цепляются вот сюда, к шее идущей. Да, это тоже те же самые точки, да. Проминая их, Ксюша, это идет лечение через боль. Чуть-чуть потерпи. Нет, я знаю, я сама приличностью делаю, слышишь? Не училась в воде, честно. Видишь, какие точки, Дима, нажимаем? Видел? Угу. Вот смотри, вот здесь они находятся, где вот уголки в лопаток. Лопатка заканчивается вот тут, смотри. Ага. Видишь, выпирает. А выше идет хрящик, вот он. Вот над хрящиком находятся точки. Угу. Больно, чего да? Ну, он так сейчас сильно, может быть, чуть-чуть поискать надо. Да-да-да, поищи их, там, где больно, да. Здесь. По-моему, уже у тебя не больно. Угу. Здесь нет. Это надо 10 секунд держать, да? Если конкретно нажимать, да, техника шоу-отцу в этом заключается. То есть мы как бы ввинчиваемся. Это хрящики, на самом деле. Чувствуете? А над хрящиком? Над хрящиком мышцы, да. Вот они забиты. И они бывают часто еще внутрь ходят, туда, под лопатку. Вот это, у нас реально получается еще и точечный массаж. Смотри, чтобы их оттуда вытащить, лучше лопатку так вот немножко отодвинуть, ничего не делать, на себя и приподнять. Угу. То есть получается, у тебя вот они вот здесь уже переходят на вот эту вот мышцу. Вот, получается, уже видишь, мягче они там внутри находятся. Также проходимся под за лопаткой. У тебя с той стороны на себе. Здесь эти шарики. Да. Шарики, шарики. Чтобы на себя подать лопатку, с этой стороны подмышку захватываю. Под подмышку. И как бы вот так лопатку на себя. Вот так? Да. Так. Ну, тебе лучше, чтобы не за счет бицепса, а за счет вот так. Ой. Вот. Вот так, да. Угу. Получается? Получается у вас на себя лопатку? И вверх, снизу вверх, вот туда. Нет, ты ему не помогай. Наташа, ты просто расслабь на себе. Нашли эти точки с обоих сторон, проработали. Теперь смотрите, есть такие волшебные точки, которые находятся вот тут в ключице. Давить на них надо прямо вертикально. Вот пощупай. Да, это очень больно может быть. Где прям тянь? Вот я здесь, а ты назад не заваливаешь, ты сиди ровно. Ты щупай, я тебе скажу. Вот все равно, да, у тебя вот здесь мышцы. Нет, тут, потому что у меня здесь... Там не должно тянуть. Что у тебя? А здесь? Нет, здесь вот нормально. Нашли? Вот здесь. Вот они. Ну, немножко, да, вот тут. Там такая впазинка. То есть вы вот эту вот заднюю здесь, да, мышцу можете отодвинуть в себя и как бы пролезть под нее. Ты немножко уже вперед уже ушла. Немножко сзади вот тут. С этой стороны нормально, с этой прямо здесь. Да, здесь. Да. Вот, давите по очереди, не одновременно, вот на одному плечу, да. 10 секунд давим,
А ты там укомодаю. Через боль стараешься расслабиться. Расслабляй руку, расслабляй. О, да, выдыхай, выдыхай, выдыхай. Все, отпускаем. Отпустили, ты сразу на следующую руку перешел. О, прям вот это мышца затянула. Да. Вот, смотри, отпустила? Отпускай. Да, отпустила. Подожди, куда ты говоришь? Вот сюда? Ага. Не сюда, вот чуть выше, вот сюда. А тут больно? Вот так. Вот тут больно, видишь? Вообще-то одна и та же точка там. И тогда потом некоторые говорят, что ой, прям был такой груз с руки упал. А шея сошел. И шея просто болит. Да? Болит? Ты говоришь, еще раз. Да? Это немножко, да, иннервация пошла в руку, но она сейчас проходит. Это все быстренько проходит через там 5 секунд. Кто сейчас я же надавлю. Так, у вас получилось, да, что ты говоришь? Отпустила шею, да? Видите, волшебная точка, они отпускают сразу всю вот этот пучок мышц, который веерно от шеи находится, вот идет к лопатке вот так. Понимаете? Давай, а я тебе надавлю. Вот в этой впадине, что ли? Нет, вот так, вот там, вот это, да? Во впадине есть такой как бы там шарик. Ау. Ты потерпишь боль? Давай, ты ей делай, а я тебе. Ау. Больно, Ксюха? Ну, руку тянет. Да, руку тянет. Там Алёха хорошо. Вот, давлю. У тебя больно? Ну, так, терпимо. Здесь? Угу. А вот здесь? Руку покинула. Плечо очень сильно кинет. И отпускай. Снова теперь отпускай. Вот после этого хорошо добавить вибрации. Угу. Вот трясите вот так вот. Все, постучите. Ой. Говорите, терпимо или не терпимо?